чуть-чуть простыл, там очень сложно говорить. И для того, чтобы вам было понятнее то, как играла сегодня наша команда, Андрей Корненко, помощник главного тренера. Андрей. Добрый вечер. Ну что, по игре я хочу сказать так. Получились чуть два разных тайма. В первом тайме, я думаю, надо было решать проблему, забивать больше мячей, и в втором тайме было бы меньше нервозности. Второй тайм получился чуть скомканным, но это была задача сыграть более строго в обороне, вот, и воспользоваться своим шансом, который должен был быть. Почему? Потому что соперник начал бы открываться. Ребят хотим поблагодарить за самоотдачу, за бойцовские качества. Вы сами знаете, что игры с мелсами всегда несут такой характер, да, ну, битвы, можно так сказать. Меньше футбола получается, но больше битвы. Еще раз спасибо команде соперника, нашим ребятам, за полученный результат. Вопрос? А сыграть более строго в обороне, как в втором тайме, у вас получилось? Ну, это мы уже будем разбирать и анализировать, и после этого придем к более точному ответу. Бальчук сыграл, ему редко выпадает возможность отыграть 90 минут, какие-то впечатления? Очень хорошее впечатление парень оставил, имел сегодня моменты для того, чтобы забить свои мячи, да, к сожалению, не реализовал их. Но по самоотдаче еще раз и по тем, к тому, что вы говорите, что он не играл в последнее время, мало времени. Сегодня 90 минут сыграл, не можем предъявить ему претензии, и в физическом плане тоже вам выдержит. У вас очень сложный график на определенной команде, физически выдержит Лигу Европы и чемпионат Молдавии. Ну вот вы, если обратили внимание, то мы стараемся некоторым игрокам последней игры в чемпионате, да, стараемся некоторым игрокам дать отдохнуть, некоторых игроков поберечь для того, чтобы правильно разложить силы по игровому там цикле. Да, мы уже смотрели команду, примерно пытались разобрать ее, но у нас основная концентрация была на этот матч. Вот. Пока только мы, тренеры, занимались этим игрокам, пока мы никакой информации не предоставляли. Все встают на матч? Конечно, обязательно. Спасибо.